Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Улха. У нас 11-й день, и я забираю 50 миллионов древесины. Вот такое у нас начало. Ну что у нас тут Беззубик принес? Давай посмотрим. А, он ничего не принес, я его только отправляю. Только лишь отправляю. Так, Громль на меня смотрит. Чего ты на меня смотришь? Иди за ресурсами, лети. Так, что нам здесь выпадает? Ох ты, Пак! Ты серьезно? Ареновский? Древоруб, Шторморез, Душитель, Парящий Прихвостень. Но все равно, ребят, было приятно, на самом-то деле. Нередко отсюда выпадают нам паки. Точнее, не часто. Так, что у нас тут? Я могу тебя? Нет, я тебя никуда пока не могу отправить. Не хватает все равно еще древесины. Я его хотел за металлом отправить. Ладно, пускай летит пока. Камеру немножко отдалим. Так, Сарделька, а ты что у меня грустишь? Я не могу понять, а? Ты, наверное, хочешь уровень получить? Упс. 220 миллионов надо было, чтобы... Тут 140. А что вы так дорого стоите? Так, повысить уровень Громоля на 5 и повысить уровень Шепота на 5. Так, забираем 5 рун. Твои знания о драконах заслуживают уважения. Я вижу, что сам многого о них не знаю. Как и о жителях Улуха. Ха, ты пытаешься задобрить меня лестью, потому что это сработало. Теперь я понимаю, почему ты нравишься забияке, черт. Забияки. Рыбий ног постоянно говорит, что Лаварык потрясающий дракон. Но я что-то сомневаюсь. Кстати, я с тобой полностью согласен, я тоже сомневаюсь. Почему бы не посмотреть на этого Лаварыга в деле? Так, повысить уровень Лаварыга на 3 и поручите Лаварыгу добывать 50 единиц древесины. Лаварыг, ты где у нас тут находишься? Я же помню, что где-то обучить. Блин, академия уже забита. Ладно, пускай тогда идет и собирает древесину. Так, ты тоже. Так, рыбу. За рыбой. За рыбой. Так, древесинку забираем, отправляем. Академка у нас забита полностью. Академка у нас забита, друзья мои, полностью. Под завязку, так скажем, да? Ну-ка. 17 миллионов Буйволорд нам приносит. Так, ну если у нас все это забито. Ну-ка, что ты мне принес? Спасибо. Давай дальше шурши. Так, а ты у нас... Да, ребята, новая способность приключения наконец-то у нас открылась у него. Ох ты, олховые. То есть он за железо у нас путешествует, оказывается. Ах ты, ворчун, ворчун, а? Ты посмотри. Ну, с другой стороны, ребята, может быть, это и хорошо. Я надеюсь, награды там будут у него шикарные. Потом проверим. Так, здесь вроде бы все забрали. Так, а ты что, стоит, грустит мне здесь? Давай, иди, работай. А здесь вроде бы все, ребята. Больше мы здесь пока сделать ничего не можем. Ну что, давай тогда начнем, наверное, с паков. Сегодня, не забывай, мы продолжаем проходить события. Так, шторморез, кревет, шипорез. Ну и ресурсы. Понятно, мелочи, да? И рекламный. Так, монетки Одина. А здесь выпадает нам шторморез, крылатый ужас, ужасное чудовище. Да, маловато, конечно, драконов, но ладно. Так, откройте два набора карт. Ну, я открыл. Подожди-ка, у нас еще один дракон. Так, приносит нам мухоморы. Отправляем его дальше. Так, отправьте легендарного дракона на поиски наград. Я это сделал. Кстати, нам нужно зайти сюда и посмотреть, что у нас тут есть. О! Вот эту я возьму штучку. Блин, по идее, надо и лопаты брать все. Все это нужно, ребят. Все. Но мы с вами купим. Я хочу, вот, например, купить вот эту вот территорию.
Не знаю, нужна ли она нам, но вот хочется почему-то ее приобрести. Так, что у нас тут по обмену? Блестящий янтарь. Заказать можем. Кстати, надо глянуть, сколько у нас уже накопилось этого янтаря. Может быть, 82. А тут нужно минимум 90. А что это за изваяние? Так, это оборона олуха. Нет, это я не хочу. Минимум 90 нужно. А в идеале вообще 150. Так, давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Шторморез, чудовище, душитель, громобой, парящий прихвостень, сарделька. Так, активируем с тобой следующий пак. Редкий. Откройте два набора жетонов. Ну ладно, ладно, давай заберем награды. Сейчас получим с тобой новую награду. Отлично. Продолжаем забирать. Угу. Наградушки. Так, что у нас тут? Привал викингов. Друзья мои, ну вот, видите вы, как это выглядит, да? Привал викингов. Такой вот маленький-маленький вигвамчик. Ставим его. Это чисто украшение, не более того. Так, где у нас там найти фонарь? От которого толку уже вообще никакого нету. Ну что, вроде бы все у нас работают, все заняты. Мы можем с тобой спокойненько идти теперь. Подожди-ка секунду. Этих-то я не отправил, гавриков. Пускай идут в приключения. Чего они тут будут так просто стоять? Увеличат награды в приключениях. Блин, конечно, крутые вот эти вот скины для них. Дорогущие, блин. Мне нужно прокачивать все этих 100 драконов. 12 драконов сотого уровня. Никак не могу прокачать. Но это жестко, конечно. Это опупеть как-то долго надо прокачивать. Ну что, пошли на события. Кстати, у нас уже, друзья мои, происшествие муштра наездников скоро откроется. Ого, муштра. Мы еще с этим-то не завершили. Уже муштра какая-то там готовится. Ну что, поехали. Так, у меня команда моя? Моя. Так-с. Сколько здесь? Три волны, ребята, уже три. Шторморез, хорош выпендриваться. Так, кусаем. Блин, не нравится мне, как они тут начали резво. Что он сейчас будет делать? Твою налево, и кого блокирует? Вот ты как сделал. Залечим раны. Так, ну, наверное, мы уничтожаем с тобой водореза. И теперь этого ханорика. Добьешь? Добил. Так, здесь у нас кто? Душитель и громорог. На тебе. Так, добиваем. Ну, и остается один громорог здесь. Один громорог. Так, мы, наверное, хильнемся с тобой. Потому что еще будет третья волна. Кусаем. Что он там сейчас будет делать? Он ставит себе защитный барьер, который ему не поможет. Так, добьем? Добьем. Так, и на третьей волне у нас с тобой, блин, стальной капкан плюс... Ох, как жестко-то. Наверное, сделаем вот так вот. Раз. Два. Блин, думал, сейчас добьем. Хорош. Фига он буянит. Так, стальной капкан. А на-ка, получи. Так, добьешь, что у меня кривоклык его? Нет, не добьем. Ну, ничего, остается всего лишь один удар нанести. И крышка ему. Все. Все. Ну вот, как-то так, друзья.
Ну что, вращаем наше колесо удачи, и выпадает нам 175 миллионов древесины. Вот как. И у нас с тобой мини-боссик впереди. Побеждая мини-боссика, получаем ареновский пак. Поехали. Так, музыки, как всегда, нету. Но я смотрю, здесь у нас громорок. Причем он один стоит. Один стоит, ладно. Нам проще с одним разобраться. Но на второй, на третьей волне, наверное, будет уже серьезность какая-то. Слушай, а что он один? Он такой... Ты посмотри. Толстошкурый, я тебе могу сказать. Ладно, понижаем ему тогда защиту. После этого мы сделаем так и, скорее всего, добьем. А если укусом? Я, наверное, все-таки просто укушу и вот здесь так же сделаю. На второй волне у нас с тобой... Ну, лаврык меня не интересует, а вот этот вот гаврик очень сильно интересует. Его нужно ушатать как можно быстрее, потому что фаерболы начнет распуливать. И это будет очень плохо. Минус. Так, ну что, лаврык? Что ты там будешь делать? То, что ты делаешь, это все ерунда полная. Опять же зеленый, опять же он страж. Очень тяжело, не разбираются все. Хиляется. Плюс повесил на себе защиту. Мы, естественно, снижаем. Бомбим и укус. И остается всего лишь парочка ударов по нему. Не-не-не, тебе это не поможет, парень. Так. И добиваем. Переходим на третью волну. Ох, ё-моё. Громобой и вот этот вот ханорик. Начнем с этого. Раз. Два. Так, у него очень мощные укусы. А мы можем, знаешь, что сделать с тобой? Так, зеленый по фиолетовым. Как у них там идет? Блин, я не помню. Ладно, давай так сделаем. Пускай бомбит. Слабо. Слабо он атакует. Вот что я тебе скажу. Ну. Серьезно? Ты его добьешь хотя бы? Громобой. Красавчик. Ну что, мы тогда займемся тобой. Я же думал, сейчас вылетит игра, блин. Фух. Не хотелось бы, конечно, чтобы она вылетала. Укус. Ну что, сделаем вот так вот и добивочный. Все, друзья мои, прекрасно идем. Очередное колесо удачи. И достается нам с тобой, да ладно, прилив сил. Спасибо. Это очень кстати. И забираем с тобой пак ареновский. Давай-давай, открываем его. Кошмарный престиголов, шепот смерти и шторморез. То есть три дракоша нам выпадает. Так, три энергии получается. Раз, два и три. А, наверное, мы с тобой завтра уже добьем это событие и будем подготавливаться к следующему. Так, Пристеглов. Опять же три волны, и он здесь один. Он здесь один, начинает выпендриваться. Нам нужно его прижучить как можно быстрее. Что-то мне не нравится, что у нас шторморез стоит вот здесь вот. Раньше у нас был вот здесь. Так, тихо ты, парень, ты что буянишь-то? Так, тут водорез. Я, наверное, с водореза начну, этот пока потерпит там свои участи. Водорез меня больше напрягает. Хотя этот понижает броню. Ну и что ты там хрюкаешь? Вот, и этот еще тоже понижает броню. То есть они оба на понижение идут, да, брони? Ну, водорез уже довыпендривался, все. Что этот гавриша будет делать? Ну, почему-то это было ожидаемо. Мне выхильнуться, если честно. Давай я, наверное, просто укушу. И вот так вот сделаем. Нам нужно восстановить здоровье. Блин, не получается. Только лишь на третьей волне. Слава богу, уходим первыми, да? То есть выгоднее нам получается бомбить вот этого. Он красный, этот страж пока подождет.
Хотя страж у нас что он делает? Сейчас разбег будет делать. Уклонились. Так, минусанули. Вот, начинается у него. Бзики очередные. Так, укус. Все, скрита убили. Ну что, очередное колесо. Крутим. И выпадает нам 175 миллионов рыбы. Ну что, остается раз и два. Два поединка. На мини-бусике. А, мы мини-бусик с тобой пройдем, должны пройти. Так, ага, здесь у нас, я смотрю, шепот смерти. Его нужно очень быстро заколбасить. Поехали. Раз. Два. Три. Ну, что он сделает? Ну, кусанет. Аух. Кусанет. Не то, что он кусанул, он бомбанул. Так, здесь тоже, да? Еще та команда. Так, минус броня. Что будет делать? Фаербол? Нет. Слушай, Кривоклык, ты меня радуешь сегодня очень... Блин. Ох, ё. Вот это он припечатал. Ну и что у нас? Ну, блин, ребят. Вы все уже, наверное, догадались, да? Это же трэш. Блин, он еще и страж. Он еще и страж, ты прикинь. Оу, сейчас если они тут начнут буянить. А они начнут буянить, 100% тебе говорю. Так, что ты будешь делать? Трэш какой-то. Такс, блин, я даже не знаю, кто из них опаснее. Они все опасны. Так, как нам лучше сделать-то? Три, четыре. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Так, бомбит, да, своего же? Погнали кусать. Кусаем. Атакуем. Еще раз кусаем. Сейчас, по-моему, зажарит. А ты? Ребят, вот это хорошо. Вот это удачно он сделал. Естественно, сразу понижаем броню моментально, ребят, даже не обсуждается это все. И атакуем, ну, нахрапом, грубо говоря, всеми. Подлечим чуть-чуть себя и добьем, все. Колесо удачи. Принесешь ты мне удачи? Опа! Серия испытаний, давно нам не выпадало такого пака. Очень давно. Так, ну что, мы с тобой забираем еще загадочный пак и переходим на битву к мини-боссу. Кстати, вот этот пак тоже будет серия испытаний. Ну что, хотелось бы посмотреть, что у нас здесь за босс будет. Точнее, даже мини-боссик. Так, музла опять нету. Здесь у нас костолом. Кто-то в комментариях написал, Рэй, попробуй заучить всех драконов. Ребята, их тут дофигища, этих драконов. Я... Припарюсь их всех тут запоминать. Блин, мне не нравится вот этот вот гаврик. Они красные. Это еще к тому же первый. Ну, если что, ребята, у нас... Вау. Ты серьезно? Ты промахнулся. Это круто. У нас есть с тобой аж 8 прилива сил. 8, ребят. Это на самом деле круто. Блин, а вот то, что у него повышенная атака, это не есть гуд. Надеюсь, без разбега. Нет, с разбегом, но это терпимо было. Кто у нас тут? Хофер. Блин. Наверное, начнем с этого. Или с душитель. Фиг. Ать. Смотри, что творит. Ты не лезь. Мне придется сделать вот так вот. По кому больше урона нанесем? Наверное, по Хоферу, да? Это только вторая волна. Нам нужно здесь выдержать, друзья, во что бы то ни стало.
Да, ох, слава богу, ты промахнулся. Ну а ты чё, куда метишь? Понял. Так. Ну что, добиваем с тобой тогда душителя. И остается у нас пристиголовый. Ну, я думаю, ему крышка. На. Ага, значит, мини-боссик это у нас Костолом. Довольно противная команда здесь на самом деле. Так, если мы сейчас с тобой водореза быстренько уничтожим, будет уже попроще. Он не будет накладывать на нас немоту и понижение, блин, брони. Что ты там собрался делать? Да что так сильно жжешь-то? Не нравится мне это. Твою налево. Придется вот так вот заюзать. Ну, добьем. Есть. Блин, кривоклык меня вот радует, ребята. То, что он крит развешивает. Причем идеально. Это вообще круто. А этот повысил себе атаку. Поэтому нам нужно как можно быстрее его сейчас нахлобучить. Все равно он успеет воспользоваться, конечно, усиленной атакой. Но в то же время это была последняя его атака. Все, ребят, прошли. Крутанем колесико наше и посмотрим, что нам выпадет. 125 миллионов древесины. Окей. Так, ну что получается, здесь больше мы сделать ничего не можем. Завтра мы добьем с тобой это событие, я надеюсь, добьем. Надеюсь, у нас получится. А пока мы возьмем с тобой. Так, смотрим. Древесина. Так, заколка. Опять заколка, 50 рун. Ох. Ну вот это уже солидно, ребята. Солидная довольно-таки награда. Как по мне, 400 рун дали. Так, монетки Одина. И здесь у нас громобой, шторморез, крылатый ужас и ресурсы. Вроде бы как все. Нет, мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Выбить себе пак по-быренькому. Тут всего 3 поединка нужно пройти и 8 драконов забомбить. На одну можно свалиться. Трындец, я команду не поменял. Ладно. Я не поменял команду. Блин, надо сменить ее уже. Так, мы сейчас тут наверное, наполучаем. Нам тут навтыкают по полной программе, я чувствую. Да, сарделька? Ты так не считаешь? Если бы сарделька была бы 16 уровня, я представляю, как она бы бомбила здесь. Ну, допустим. Сейчас они будут хаотично бомбить. И, по-моему, они сейчас добомбятся. Так. Минус... Нет. Хотя, почему нет? Да, минус о нем. А этот сейчас добьет, скорее всего. Что ты делаешь? Давай вот так, наверное, пульнем. Да, добил. Добил, пройдоха ты несчастный. Ты что тут дергаешься? Ну все. Минус. Понижение брони. Может быть, нам лучше так сделать? Сейчас фаербол полетит. А я вот так еще сделаю. На-ка, получи. Ну ты понял, да? Он решил, ребята, массовой атакой нас сжечь. Ну и сжег сам себя, потому что на сардельке было отражение. Так, и как ты видишь, нам выпадает обычный пак. Так, друзья мои, а здесь у нас кривоклык. Блин, тут еще и этот ужас. Наверное, так лучше сделать. Наверное. Нет, ну я поменяю команду. Вот сейчас мы с тобой поиграем, и все, надо будет ее менять. Это не дело. Оу, щет. Неужели сардельку сейчас забомбят, а, друзья? Скорее всего, да. Печаль.
Печаль огромная просто. Жалко, жалко сардельку. Слушай, ну вот, вот это вот, в принципе, блин, зачем? Видишь, они так жарят, не кисло. Сейчас еще укусит. Очень сильно бомбят. Эть! Критовка не получилась. По-моему, мы потеряли бойца. Угу. Нет, этот здесь не справится. Хотелось бы, конечно, но, ребят, ну никак. Добьет укусом. О, даже вот так вот. Так, ну что, друзья мои, мой родной отряд вернулся. Так, ну у него здесь тоже, я смотрю, недурно все, да, идет. Поехали. Так, Кривоклык, добивай его. Отлично. Ну что, остается Громыль, ну и Кривет. Наверное, все-таки вот сюда будем бомбить. Хотя этот тоже со своими фаерболами не особо мне нравится. Так, сейчас полетит. Или от тебя будет электрическая фигня. Что тут? Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, друзья мои, да. Минусанул все-таки. Смотри, а. Хлопнет он мне или нет? Промахнулся, ты серьезно? Он промахнулся, ребят. Это, грубо говоря, спасательный глоток для моих драконов. Потому что он промахнулся. Все, мы его ушатали. Ну что, друзья мои, забираем пак вождя. Кривет, Шторморез, Кошмарный Пристеголов, Душитель, Громыль, Парящий Прихостень и Барсы и Вепри. Все. Все, можно, друзья мои, закрываться. Хотя, подожди, где у нас Ветрокрыл? Его надо отправить сам знаешь куда, да? Ой, какая рыба, ё-моё. Вот так, пускай летит. Ну, вроде бы, все при делах. Все копошатся, что-то делают. Так, а ты чё у меня тут? Лети за древесиной. Балдеет он. Так, это у нас Хвостояр. Да, друзья, все. Больше здесь я сделать ничего не могу. Так что будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.